Tremendous, tremendous, правильно? Tremendous. Все, начинаем. Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет тест-драйв. Это новая тушь из серии The One от компании Oriflame, Tremendous, Tremendous. Это переводится как огромный, то есть производителям заявлено, что эта тушь делает нам эффект кошачьих глазок. У меня сейчас как раз нарисованы кошачьи стрелочки, я даже их называю больше не кошачьи, а лиси, потому что глазки такие становятся удлиненные и распахнутые во внешнем уголочке. Не терпится распечатать эту тушь. И также, что интересного в этой туши, во-первых, упаковка, давайте рассмотрим. Прикольный бочонок, я люблю такие туши, чтобы у них был какой-нибудь дизайн такой прям классный. Распечатываем, смотрите, снаружи черная пленка и какие-то леопардовые пятнышки, как у киски, а внутри она просто черная, и леопард остался на бумажке. Так, сама кисточка красивая, надпись ярко-розовая, блестит. Ого, какая огромная кисть. Так, что нам дает эффект кошачьих глазок? Сейчас я вам расскажу. Есть такие специальные фибры, которые в этом случае, в этой туши, именно сделаны в форме сердечек, и они легко насаживаются на реснички. То есть это такие мелкие волосочки, которые удлиняют ресницы и утолщают их. То есть получается эффект толстеньких распахнутых ресниц. Смотрите, какая кисточка. Вот дальняя часть, то есть есть, как называется, кончик кисти и конец, начало и конец. И вот где конец, то есть задача этой кисти — нарастить вот эти внешние ресницы как можно больше. И мы сейчас с вами это сделаем вместе. У меня реснички чистые, сейчас никакой туши на них нет, они абсолютно прозрачные. Ну что, попробуем. Мне интересно, оправдает ли эта тушь наши ожидания. Со мной особенно сложный случай, потому что я не люблю такие пушистые кисточки. Если вы знаете, я люблю кисти силиконовые, например, 5 в 1 с эффектом накладных ресниц. Интересно, как будет себя вести эта тушь. Пробуем. Так, ну что, сразу вижу, нету ошметков, вот этих кусочков нежелательных. Она сразу реснички разделяет. Ой, надо к ней приспособиться, потому что я привыкла к маленьким кисточкам, и это для меня такая огромная. Главное не испортить макияж. А еще также эта щеточка прокрашивает хорошо внутренние реснички, которые к внутреннему углу глаза. Так, ну что, давайте, первый слой накрасила, пока ничего не поняла. Пока что так, прозрачненько. Давайте второй глаз тоже. Не буду второй глаз красить, чтобы вы увидели разницу, какой будет этот и этот. И мне самой интересно. Кстати, тушью, когда пользуетесь, вот такими надо, как по спиральке набирать. Что еще, какой момент? Когда тушь новая, она еще не набралась в кисточку как следует. Поэтому где-то на третий, на четвертый день она начинает красить намного лучше, чем вот в первый день. Но я сейчас стараюсь поактивнее набрать туши. Что еще заметила? Когда тушь вынула, нет здесь нежелательного хвоста. Часто такое бывает, что тушь вынимаешь, и надо вот так обязательно снять с кончика, чтобы не испачкаться. На этой туши такого нет. Красим второй слой. Так, поехали. Кстати, когда эту тушь будете заказывать, берите лучше сразу две. Знаете почему? А потому что вы будете участвовать в акции. Во-первых, у нее будет цена выгоднее. А во-вторых, вы будете участвовать в розыгрыше. Первый гарантированный приз всем — это онлайн-курс от визажиста профессионального от Oriflame. Потом будут разыграны наборы декоративной косметики и сертификаты на шопинг. И будет один главный приз — это шопинг-тур, как это называется, с Романом Белоснежным. Вот это, конечно, самый крутой приз, кому достанется, я вам заранее завидую. Так, ну вот что у меня получилось. Я вот прям не вижу, что у меня внешние ресницы сильно-сильно, они все какие-то стали очень длинные, черненькие, подкрученные.
Ну, кисточка мне пока непривычна. Надо все-таки несколько дней попользоваться, чтобы уже понять, как она. Так. Нижние надо тоже покрасить. Ну, кстати, вот за счет того, что в ней такая вот выемка посередине, очень удобно красить, особенно вот нижние реснички, которые такие коротенькие, их всегда трудно покрасить, а здесь получается, что они прям хорошо прокрашиваются. Так, еще третий слой буду делать. Я обычно делаю три слоя для того, чтобы ресницы более были такие объемные, густые-густые. Но то, что глаза такие сразу выразительные, это факт. Немножко склеила посерединке, но это просто потому, что я не привыкшая к туши. Ну, неплохо, правда, неплохо. Третий слой. Готовы? Идем на взлет. Все, готово. Я сделала три слоя. Давайте теперь посмотрим на мои глаза. Какая разница? Получается, глаз, который у меня не накрашен, ресницы вообще маленький такой, как будто даже вообще. И этот огромные ресницы. Вот вы видите, без всяких фокусов, без магии какой-то, просто одной тушью три слоя я сделала свои маленькие тонкие ресницы такими гигантскими. Мне нравится, правда. Я, честно говоря, переживала, потому что на меня очень трудно угодить тушью. Здесь очень хорошо, супер просто. Так что я рекомендую вам новинку попробуйте. Кстати, не сказала, что в ней еще есть микрофибра. Помимо фибры в форме сердечек, есть еще микрофибра, которая утолщает и увеличивает объем. Но это одно и то же. Вот, так что рекомендую. Девочки, хлопаем ресничками и взлетаем. Пишите в комментариях, видите ли вы у меня кошачий разрез глаз. Все же хотят быть соблазнительными, мягенькими кошечками такими, да? До встречи в новых видео. Оставайтесь на моем канале. Если видео полезное, с вас лайк. И до новых встреч. Пока-пока.